Возвращаясь к шелковому пути, вот что меня удивило. Удивило ним больше всего то, что эта программа в 1993 году была провозглашена под эгидой ООН на выездной ассамблее в Индонезии как программа возрождения. Возрождение исторического символа, которая удовлетворяет вот некие вот высокие принципы гуманитарных, вот как уникальная форма международного диалога в области культуры, экономии, дипломатии. И вот эта программа уже как бы развивается ну, вот, больше 22 лет. В ней сегодня принимает участие официально 31 страна мира, участников Всемирной организации туризма, которые вошли и в эту программу возрождения. Сколько форумов, сколько встреч, сколько разговоров. И вот он Крым, который является и определен географическим пунктом, как ворота между Европой и Азией. Это торговый дом Марко Пола. Это центр тоже пересечения всего. Это судак исторический, это бахчисарай. Это и есть еще сколько там подтвержденных мест, да? И ничего мы из этих программ международных объявленных, которые уже осуществляются 22 года, мы ничего не, мы ни одного знака не увидели, что мы есть часть этого этой жизни. Вот это удивило очень сильно. 22 года, это же ну немало, это вот в нашей сегодня как бы скорости мира это. И вот задал вопрос, это что, не хотели, забыли или не можем? А может быть, это очередная ложь? Может, это опять ищем, если жизнь на Марсе? Да. Вот. Может, это очередная продовольственная программа, когда она там в 81-82 году была опубликована? То есть, что такое? И мы увидели, увидели что вот если... Посмотреть на карте, маршрут шелковой пути, и вот там страны, это есть все. Вот. Какую территорию занимает Россия? Вот. И как эта история была завязана и связана с Россией, она без нее вообще не могла быть никак. И возникает вопрос. Ведь в России тоже есть свой шелковый путь. Вот шелковый путь понимая опять никак вот да археологически исторически это ну, нужно да но у нас нету задачи что вот там кувшинка вот что там нашли у нас посмотреть мы же сами можем тоже как бы этот вопрос не дожидаясь кого-то нам что сейчас вот смотри да выпишут какие-то инструкции как нам его этот шелковый путь построить у нас по их программам. А завтра санкции наложат, скажем, подождите, на 15 лет останавливаются, да? Мы же сами можем, а, потому что вот сейчас сплетается и культура, и экономика.